29 января 2021 года был спущен на воду патрульный корабль «Сергей Котов». Характеристики патрульного корабля проекта 22160. Экипаж до 80 человек, водоизмещение 1700 тонн, по другим данным 1965, длина 94 метра, мощность ГЭУ 12 тысяч лошадиных сил. При проектировании корабля планировалась установка газотурбинных двигателей, но при строительстве от них отказались. Вооружение проекта 22160. 76-мм артиллерийская установка, 8 ПЗРК «Игла-С», сдвижной ангар для вертолета К-27, место для двух съемных модулей. В модулях возможно размещение оружия или технических средств в контейнерном исполнении, например, калибр НК или газ «Минотавр». И десантно-штурмовая лодка проекта 02800. Дальность систем ПВО 6 км, а возможность поражения надводных и подводных целей зависит от вертолета на борту. С Министерством обороны на строительство патрульных кораблей было заключено два контракта. В апреле 2014 на головной, а в октябре того же года на 5 серийных. К концу 2020 года ВМФ России получил 3 патрульных корабля проекта 22160. Один корабль был спущен на воду в 2021. И еще 2 были заложены в 2016 и 2018 годах. К началу 2021 года все 3 корабля проекта несут службу на Черноморском флоте. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. А также пишите в комментариях, что вы думаете о контейнерном вооружении, о его возможностях и перспективах.